Здравствуйте, уважаемые рукодельницы! В данном видео уроке вяжем мозаику из центра, но в виде прямоугольника. вязать буду из шнурочка карамель бэби 2 миллиметра крючком номер три и еще в работе мы будем использовать вот такую вот схему в принципе как бы необходимо две схемы но я вам объясню суть можно вязать и используя вот эту вот одну схему две схемы почему так как мы с вами будем вязать прямоугольник то есть если использовать только одну вот такую схему это для идеального вязания квадрата. Да, то есть по сути схема идет. Если вам понадобится именно по второй стороне вот эта схемка, я ее начерчу. Будете писать в комментариях. Если разберетесь так, хорошо. Так, приступаем к вязанию. Итак, по схеме мы начнем с вами вязать седьмого ряда, а до седьмого ряда я просто буду показывать, что делать. Итак, начинаем со светлой ниточки. Светлая это у нас будет розовая ниточка. И мы с вами набираем особым образом. У меня даже есть подробное видео, как набирать. Ну, оставляем хвостик где-то сантиметров 30, этого вполне будет достаточно. Вот здесь внизу, вниз у нас идет хвостик, Туда идет у нас основная нить. Сделали узелок. Смотрите, хвостик накидываем на крючок и провязываем вот такие петельки. Мы должны провязать 17 таких петелек плюс одна просто воздушная петелька. Так, 2, 3. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. 15, 16, 17. Набрали 17. Одна просто воздушная петелька. Далее немножко хвостик вяжем и далее мы его обрежем. Вот первую воздушную пропускаем, начиная со второй. Мы вяжем просто столбики без накида. Это мы вяжем первый ряд. Мы будем вязать, еще раз повторяю, прямоугольник. Если вы хотите по этой схеме вязать квадрат, то как вяжется квадрат, можете в предыдущих видео, я ссылку оставлю, как именно я вяжу квадрат и плюс приложу эту схему. Схемка у меня будет в описании под роликом. Итак, по прямой набираем воздушные петельки. Вот у нас какая с вами получилась наборная косичка. То есть мы вот таким вот образом провязываем. Потом будем идти по второй стороне. У нас тоже остается косичка. И за счет этого набора по серединке у нас не будет никакого отверстия. То есть будет просто красивое плотное полотно. Вяжем вот сюда, в начало нашего набора петелек. Итак, мы набрали 16 столбиков без накида. Вот у нас последняя петелька. Сюда мы набираем 17 столбик. Так, мы набираем. Так, столбик без накида, 2 воздушные петли. Столбик без накида, 2 воздушные петли. И снова столбик без накида. То есть мы в одну петельку набрали столбика без накида и между ними как бы делая такой вот поворотных два угла по 2 воздушные петли далее по прямой снова вяжем в эту сторону и здесь формируем тоже такой вот прямоугольничек вяжем просто столбики я покажу как будем формировать прямоугольник и переходить на новый цвет Итак, мы подошли к той петельке, где мы провязывали первую петлю нашу, когда шли в ту сторону. Первая петля у нас уже есть. Нам останется сюда провязать еще две петли. И между ними по две воздушные петельки. Ну, смотрите. Провязываем один столбик, формируем угол. Две воздушные петли. И еще один столбик второй третий как я говорю у нас уже провязан так как мы меняем далее цвет по логике мы должны провязать две воздушные петли да и закрепить вот будет наш уголок так как мы переходим на другой другой цвет мы делаем накид 2 один раз провязали 2 петли остается 2 петельки и мы меняем ниточку. Так, хвостик и розовую ниточку уводим вправо. Так, и смотрите, что у нас получилось. По прямой у нас по одной стороне 17 столбиков без накида. По этим коротким, это по длинным сторонам с одной и с другой. По коротким сторонам у нас один столбик без накида и между ним две воздушные петли и две воздушные петли, то есть ну, уголочки. Каждый раз при вязании каждая сторона и маленькая и длинная сторона да, у нас будут увеличиваться на два столбика без накида за счет угловых петелек. Так, смотрите, переходим на новый цвет и провязываем в начале вязания столбик без накида. Далее мы будем вязать за заднюю полупетлю. То есть по прямой мы провязываем 17 столбиков без накида за заднюю полупетлю. Так, провязали. Не считая вот этого уголочка, провязали 17 столбиков без накида. Далее провязываем угол. Каждый раз угол будем провязывать. Столбик без накида, 2 воздушные петли, столбик без накида. Вот за счет этого столбика без накида, этот ряд у нас уже увеличился на 2 петли. То же самое и вот этот короткий наш ряд. То есть один столбик от угла переходит в эту сторону, второй столбик на короткую сторону. Так, и здесь по короткой стороне мы провязываем за заднюю полупетлю один столбик без накида и делаем снова уголок. Столбик без накида, 2 воздушные петли, столбик без накида. И за заднюю полупетлю провязываем этот ряд. То есть второй ряд за счет вот этих угловых столбиков. Здесь у нас уже получается 3 столбика без накида. То есть в следующем ряду мы за задние полупетли уже будем провязывать 3 столбика. И этот ряд у нас было 17. За счет второго ряда он увеличивается еще на 2 столбика. Провязываем до этого уголочка. Покажу, что делать далее. Далее мы провязываем уголочек. то есть Опять же, как всегда, угол мы провязываем одинаково. Столбик без накида, 2 воздушные петли, столбик без накида. И по этой стороне за заднюю полупетельку мы провязываем один столбик. Так, в начале вязания мы провязали только одну угловую петельку. Остается нам провязать еще одну угловую петельку и закрыть этот ряд. Закрываем, как обычно, столбик с накидом, в эту первую петельку 2 петли провязали. Ниточку вводим вправо, захватываем ниточку розового цвета и провязываем. И в этот же уголочек мы провязываем один столбик без накида. То есть, понимаете, мы его закрываем, когда заканчиваем вязать ряд. Все, и теперь по прямой. То есть теперь каждый ряд у нас увеличился, каждая сторона на 2 столбика. Если в предыдущем ряду мы за заднюю полупетлю вязали 17 столбиков, то в третьем ряду мы за заднюю полупетлю провязываем 19 столбиков. И опять же увеличиваем ряд за счет угловых прибавок вяжем за заднюю полупетлю. Рисунок у нас начнется только с седьмого ряда. Поэтому пока вяжем по такому принципу. А далее покажу, как работает со схемой. Хотя, в принципе, рисунок несложный, его можно вязать и без схемы. Но схемку я оставлю в описании. Кому удобно, скачивайте, вяжите. До уголочка угол, как обычно, мы провязываем столбик без накида, 2 воздушные петли столбик без накида, и в предыдущем ряду мы на этой маленькой короткой стороне нашей <coughs> провязывали за заднюю полупетлю 1 столбик. Сейчас мы провязываем 3, как я и говорила, каждая сторона за счет нового ряда увеличивается на 2 столбика 1, 2, 3 столбика провязали в следующем ряду уже 5 будем провязывать так как мы за счет этого ряда за счет угловых вот этих петелек увеличиваем эту сторону еще на 2 столбика провязываем уголок как обычно столбик без накида 2 воздушные петли столбик без накида и двигаемся по длинной нашей стороне за задние полупетли идем к этому углу еще раз здесь покажу, как заканчивать ряд. И остальные три рядочка вы свяжете сами. Тут пока никаких столбиков с накидом мы провязывать не будем. Дошли до уголочка. Провязываем, как всегда, в угол столбик без накида, 2 воздушные петли, столбик без накида. И здесь по нашей короткой стороне 3 столбика без накида за задние полупетли. Так, и уголок наш мы начинали, мы провязывали в угол только один столбик без накида. Закрываем эту сторону, провязываем еще один столбик и столбик с накидом, чтобы сменить нить. Раз провязали, уводим вправо нашу розовую ниточку и закрываем темный. Все, третий ряд мы связали. Опять же в угол провязываем столбик без накида и уже опять же с каждым рядом каждая сторона увеличивается на 2 на 2 петельки, которые мы должны провязать за заднюю полупетлю. То есть в прошлом ряду было 19, сейчас по этой стороне 21 столбик мы будем провязывать за заднюю петлю. В уголочках делаем то же самое. Столбик без накида, 2 воздушные петли, столбик без накида. По этой стороне провязываем уже 5 столбиков без накида за заднюю полупетлю. И так с каждым новым рядом. То есть это у нас 3 рядочка, вы еще сами свяжите еще 3, то есть 6 рядов. А далее перейдем к рисунку. Итак, я провязала 6 рядов. По этой длинной стороне у меня получилось 27 столбиков без накида, если учитывать угловые столбики. По этой стороне у меня получилось 11 столбиков без накида, если учитывать угловые столбики. Сейчас приступаем к самому интересному. Будем вязать именно узор. Использовать еще столбики с одним накидом. Распечатала я все-таки вторую схемку. Вот у меня вот эта схема будет по длинной стороне. И еще одна схемка по короткой стороне. Так, начинаем мы с длинной стороны. Так по схемке мы будем вязать седьмой ряд. Да, седьмой ряд у нас будет розовым цветом, то есть светлым цветом. И там, где у меня стоят точки, то есть весь ряд вяжется светлым цветом, но где у меня стоит точка, где под ней светлая клеточка, и она вместе с предыдущим, с пятым рядом, тоже который светлого цвета, образовывают вот такую вот э, тройную клеточку, да, то есть здесь нет никаких преград, и поэтому мы здесь будем провязывать столбики с одним накидом. Это что касается светлых рядов. Э, далее, э, вот мы будем вязать темные ряды, опять же, где у нас стоит вот такая точка, опять же, внизу у нас нет преграды, и э, длинный столбик с одним накидом мы можем образовывать только э, с, э, с тем э, рядом, ряд, э, с тем рядом, который тоже темного цвета. Вот видите, тут оно свободно спускается на шестой ряд, и поэтому у нас стоит точечка, то есть в этих местах, там, где точки, мы будем провязывать столбики с одним накидом. Э, так, начинаем наше вязание. У нас сначала идут седьмой ряд, две клеточки. Столбики без накида. И далее мы чередуем. У нас идет 1, 2, 3, 4, 5 столбиков с одним накидом через один. Так, мы сменили ниточку и провязываем первый столбик. Угловой он у нас считается первым столбиком. Второй столбик у нас без накида, а далее мы чередуем. То есть у нас мы делаем столбик с одним накидом и цепляем его за оставшуюся полупетлю именно розового ряда, то есть именно светлого ряда. И чередуем. То есть та петелька, которая под этим столбиком мы пропускаем, следующую за заднюю полупетлю мы просто провязываем столбик без накида. Следующая, опять же, у нас столбик с одним накидом. Столбик без накида. Так, третий столбик. Под ней петельку пропускаем. В следующую провязываем столбик без накида. У нас их должно 5 столбиков с одним накидом быть. Так, это 4. Вот так вот чередуясь и провязываем пятый. Далее смотрим по схеме. У нас в седьмом ряду идет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков без накида. И далее столбики опять чередуются. Так, провязываем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 и далее мы снова чередуем и провязываем 5 столбиков с одним накидом чередуя с одним столбиком без накида если вам не нужен прямоугольник вы можете по этому рисунку связать и квадрат у вас будет две схемы, как вам удобно, так и вяжите. Так, провязали мы 5, угу. чередуя со столбиками без накида. И до конца ряда нам остается провязать 2 столбика без накида. Один за заднюю полупетлю, и второй это наш один столбик угловой. Они тоже у нас считаются. Далее 2 воздушные петли и опять угловой столбик. Можно переходить на следующую схемку. В принципе, вот схемка именно для вот этой короткой стороны. Здесь явно видно, что провязано сначала два столбика без накида. И опять же, 5 столбиков с накидом чередуются. Вот наш седьмой ряд. Так, провязали один угловой, провязываем второй столбик за заднюю полупетлю и так столбик с накидом чередуем столбики без накида по этой стороне их всего должно быть 5 между ними столбики без накида Так, 5 по этой стороне. И остается нам провязать столбик без накида и угловой столбик. Вот провязали эту сторону. Так, на остальных сторонах вы все провяжете зеркально. То есть эту длинную вот здесь провяжем, как вязали эту сторону. Опять же схемки у вас будут. Провязываем до конца этот ряд. Я покажу следующий. Итак, довязываем наш седьмой ряд. Нам здесь осталось провязать два столбика без накида. Один обычный столбик и один угловой. Закрываем, как всегда, ряд. Вправо ниточку. Переходим на другой цвет. Переходим. Так, провязываем в уголочке столбик без накида. И смотрим, что у нас по восьмому ряду. Восьмой ряд у нас темного цвета. Восьмой ряд темного цвета, да? То есть все клеточки, даже которые у нас светлые, которые без кружочка, мы провязываем просто столбики без накида. Те клеточки, где у нас кружочек, то здесь видно, что у темной клеточки нет. Внизу преграды до предыдущего ряда темного цвета они провязываются как столбики с одним накидом. Итак, восьмой ряд: 1, 2, 3, 4 столбика без накида, учитывая угловой, и 4 столбика чередуются со столбиками без накида. Итак, в принципе, здесь вы потом поймете, как по рисунку вязать можно просто будет вязать по рисунку. Итак, угловая петелька у нас уже есть, столбик один без накида, второй, третий, четвертый. И вот здесь видно, что раз, два, три, четыре столбика. Внутри мы уже провязываем как бы нашего квадрата, чередуя со столбиками без накида. Так, третий столбик. Четвертый столбик с одним накидом. Далее, в принципе, по рисунку видно, что следующие столбики будем вязать вот здесь. Раз, два, три, четыре. Но если хотите по схеме, мы смотрим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять столбиков без накида темного цвета. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Вот как по схемке нашей, да, и далее мы снова чередуем. Раз, столбик с накидом, столбик без накида. Столбик с накидом. Столбик без накида. Их должно быть 4 столбика с накидом. Тут уже по картинке видно, они внутри вот этого квадрата. Все. 4 с накидом провязали. До конца ряда у нас должно быть, как и в начале, 4 столбика без накида. Раз. Два. Три. И четвертый в уголочек. Провязали, Даже, далее по второй стороне вяжем 2 воздушные петли, здесь хотите по рисунку, я без рисунка сейчас вам расскажу, здесь видно, что вот наши 1, 2, 3, 4, здесь у нас внутри будут столбики с накидом, до них мы вяжем столбики без накида, вот первый столбик, второй, третий, четвертый и внутри заполняем столбики с одним накидом. Раз, чередуя со столбиками без накида. Два, третий столбик, и четвертый столбик. Далее до конца ряда 4 столбика без накида. Так, на остальных сторонах вы я думаю сделаете то же самое что я вам показала мы с вами перейдем еще свяжем 9 ряд Итак, мы с вами провязали 8 рядов вот что у меня получается приступаем к вязанию девятого ряда если смотреть по нашей схемке 9 ряд да, он у нас светлым цветом то есть розовым как у нас и опять же мы провязываем 1 2 3 4 столбика э 4 столбика без накида и далее у нас 5 столбиков с накидом чередуются со столбиками без накида можно по схеме можно как я вам рассказывала тут хорошо уже видно где у нас формируются наши м -м, такие ромбики квадратики так делаем первую угловую петельку раз вот она у нас вторая, третья и четвертая. Да, пятая, вот она у нас идет, она будет над столбиком с накидом в предыдущих рядочках. И я его вяжу обычно вот так. Делаю накид, можно вязать за оставшуюся полупетлю, я вяжу за вторую петельку, мне так больше нравится когда столбики ложатся один на другим более плотно. Вы вяжите как вам удобно. Опять же столбик с накидом. Я беру за вторую петельку. 5 столбиков с накидом у нас. Далее мы вяжем по прямой до следующего столбика с одним накидом. Мы вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков без накида, и далее снова у нас идет столбики с накидом, чередуются со столбиками без накида. Очень красиво. Таким образом можно большую длинную скатерть связать на стол. В принципе, если вы не хотите брать такие очень контрастные цвета, можно взять похожие цвета. Это будет даже интереснее. Контрастные цвета я беру просто для того, чтобы лучше был виден рисунок. Так. Провязали. И до конца этой стороны, да, у нас остается 4 столбика без накида. Две воздушные петли. Переходим на другую сторону. Здесь то же самое. Мы, ну не то же самое, здесь у нас один этот квадратик. Но до него мы опять же провязываем первый столбик у нас есть, второй, третий, четвертый. И далее 5 столбиков с накидом чередуются со столбиками без накида за заднюю полупетлю. 4 столбика без накида по двум оставшимся сторонам вы провяжете самостоятельно так мы с вами с вами еще провяжем 10 ряд далее там ничего сложного я начну просто с вами еще вязать 15 ряд покажу чтобы не было сложностей вот эти все остальные э, ряды включая 13 вяжите чередуя вот как я вам показывала, да. А 14 ряд у нас он вообще просто идет весь темным цветом, без каких-либо столбиков с накидом. А уже в 15 ряду я покажу, что делать. То есть мы довязываем 9 ряд, и я еще покажу, как вязать 10. 9 рядов. Переходим на 10. 10 ряд у нас. Так, Раз, два, три, четыре, пять, шесть столбиков без накида. И четыре столбика с накидом чередуются. Так. Закрываем. Закрываем наш ряд. И переходим на десятый. Ниточку вправо. Берем другую. И провязываем наш первый столбик в уголок. Это всегда, всегда обязательно так делаем. Далее вяжем столбики без накида, так первый есть второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Далее внутри у нас вот эти четыре столбика с накидом чередуются со столбиками без накида. Опять же, я говорю: можно вязать за оставшуюся полупетлю. Я вяжу за вторую петельку. их 4 То есть здесь все легко в следующих рядах мы опять же вяжем розовым цветом удлиняем вот эти столбики потом ряд темным цветом удлиняем эти четыре столбика то есть как бы здесь ничего сложного а уже когда переходить на новые квадратики в пятнадцатом ряду я вам покажу здесь вяжем по прямой. Так провязываем столбики с накидом. Вот внутри квадратика. Их четыре. Все, до конца ряда довязываем столбики без накида. По этой стороне то же самое. Мы вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков без накида. И вот здесь 1, 2, 3, 4 внутри столбики с накидом. Чередуем со столбиками без накида, как и по этой стороне. Все, довяжем 10 ряд. И до 14 вяжите самостоятельно. 15 ряд я уже ну, покажу вам. Итак, я провязала 14 рядов. Как и говорила, до 13 -го ряда вяжем так, как я вам показывала. Чередуем розовые столбики с накидом. Там, где темный цвет у нас, мы чередуем. Ну, то есть формируем вот такие вот квадратики. 14 ряд мы провязываем просто. То есть просто столбики без накида, нигде не делая, не провязывая столбиков с накидом. И 15 ряд мы уже вот на этой стороне, у нас вместо двух, у нас будет 1, 2, 3 квадратика. На этой меньшей стороне 2 квадратика. Смотрим 15 ряд. Так, он у нас светлого цвета. То есть мы провязываем два столбика без накида и далее формируем наши квадратики столбиками с накидом. Вот смотрите, раз, два, три, четыре, пять, чередуя. Сейчас буду провязывать, все увидите. Так. В уголочке провязываем первый столбик. Так, сколько у нас там в пятнадцатом? Два столбика без накида. Сюда провязали второй. И далее провязываем, начинаем уже провязывать наши столбики с одним накидом. Их должно быть у нас 5. Мы их чередуем со столбиками без накида. Так, первый провязали. Пропускаем. Через один мы их вяжем. Третий. Четвертый столбик. И пятый. То есть вот эта вот полоса, да, она у нас относится и к предыдущему квадратику, и к следующему. Так, далее провязываем просто столбики без накида. То есть здесь у нас не будет наших столбиков с накидом провязываем до формирования то есть такая как бы шахматная доска у нас получается вот и следующий квадратик мы начинаем формировать опять же начиная с грани предыдущего квадратика так и здесь чередуем у нас тоже должно быть 5 столбиков с одним накидом Так, здесь у нас начинаются наши квадратики. Там, где ранее был квадратик, у нас просто столбики без накида. Ну, то есть такая вот, как я говорю, все в шахматном порядке. Так, грань предыдущего квадратика начинаем формировать новый квадратик. Вот, смотрите, что у нас получается на, по этой стороне. Идем на другую сторону. Здесь то же самое. Так провязываем уголок. Две воздушные петли. Так, одна петелька уголка и одна петелька. Вот так вот. И снова формируем наши новые квадратики. А далее мы квадратики вяжем точно так же. То есть внутри будем заполнять провязывать уже по 4 столбика с накидом темного цвета точно так же как я вам показывала когда мы формировали наши первые квадратики то есть квадратики у нас они будут одинакового размера просто здесь показываю что грань нового квадратика да она как бы идет продолжением предыдущего квадратика скажем так Так, и здесь просто вяжем столбики без накида. Все квадратики, да, у нас одинакового размера, поэтому, в принципе, если суть поняли, то можно вязать это все, конечно, без схемы. Тут ничего сложного нет. Так, и далее наш квадратик. который состоит из 5 столбиков с одним накидом и идем к уголочку это столбик без накида и угловой наш столбик 2 воздушные петли переходим на следующую сторону там все точно так же зеркально отображаем то есть Далее у нас вот эти квад... новые наши три квадратика. Было два, потом три, потом четыре и так далее, смотря какой размер изделия вам нужен. То есть суть ясна. Я уже с вами поделюсь готовым результатом. Итак, я провязала 22 ряда, 22 ряд так же как и 14, вязала без столбиков с накидом, здесь просто темным цветом мы провязываем столбики без накида. И уже в следующем 23 ряду мы начинаем формировать новые квадратики, то есть здесь у нас их было 3, сейчас у нас их будет 4, с каждым рядом больше на один квадратик. Давайте еще раз. Так, 23 ряд. Вот у нас 23 ряд. Вот у нас 23 ряд, он светлым цветом. Мы сначала провязываем 2 столбика без накида и далее формируем наши квадратики. Опять же с вот этой вот полосой, которая у нас как бы приходится и на предыдущий квадрат. Так. Первый столбик без накида в угол мы уже провязали. Провязываем второй. И далее мы точно так же, как мы формировали наши квадратики. То есть у нас 5 столбиков с накидом чередуются. Между ними получаются столбики без накида. Схема действительно совсем не сложная, то есть здесь уже можно ориентироваться и без схемки. Ну, это по желанию, опять же, как вам удобней. И вот здесь, смотрите, пятый столбик с накидом, он приходится вот на эту грань, да, которая принадлежит предыдущему квадратику. Вот они, пять столбиков с одним накидом. Далее вяжем до следующей вот этой длинной полосы вяжем столбики без накида и будем формировать следующий наш квадратик 4 5 6 7 7 провязали а восьмой опять же у нас захватывая грань предыдущего квадратика да мы вот здесь внутри провязываем Пять столбиков с одним накидом. Первый у нас уже есть, второй, третий, четвертый и пятый. Опять же, у нас приходится. Вот на эту длинную полосу, которая у нас вот она приходится и на этот квадратик, и на квадратик, который ниже. Смотрите, то есть далее мы еще сформируем вот здесь квадратик и здесь. По этой стороне у нас было в предыдущем ряду два квадратика. Соответственно, в этом мы начинаем вязать с уголков. 1, 2, 3. И так далее. Итак, мой образец готов. Я провязала 29 рядов. То есть это такой, получается, мини-коврик в миниатюре. Понятно, что вы можете подобрать ваши любимые цвета. Если вам не очень нравится контрастность, возьмите цвета похожие, то есть там, которые отличаются на тон, на два, будет тоже очень интересно. Если вам был полезен мой видеоурок, ставьте, пожалуйста. Так, итак, то есть, используя такой узор, вы можете связать ковер, салфетку скатерть плед поэтому если вам полезен был мой видео урок ставьте пожалуйста ваши лайки и подписывайтесь на мой канал всем пока пока